В конце прошлой недели парки Подмосковья открыли для посетителей. Чтобы химчане могли насладиться прогулкой, зеленые зоны полностью облагораживают. Стандартные работы, это, несмотря на что уборка идет, где-то местами стрижка газонов, ну и, конечно же, приведение в порядок лавочек, на которых наши посетители комфортно и уютно отдыхают. Ну и, соответственно, урны и все, что... наверное, сломалась или повредилась за зимний-осенний период. Рядом с парком Дубки сейчас вовсю кипит работа по обновлению плитки. Также приводят в порядок забор протяженностью в 2 километра. Его отмывают от грязи и ржавчины, красят. Основные работы по благоустройству планируют завершить к концу недели.